У попередній програмі мова йшла про таке. Насипають сюди горчиці, да? Завінчують пробку. А потім йде по полю. Надо гуще. Надо реже. Спит на ходу. Мульчирование такой операции просто нет, да? Она заменена автоматическим севом сидирата. А севы сидирата – это чистая забава. Никакой работы. Вот вы так можете это самое все укрыть. Теперь вы можете сказать мне, что, слушай, а что ты такой умный? Что ты такой вот такой самоуверенный? Что ты так велеречиво все рассказываешь? Ты же математик, что ты в этом понимаешь? Сознаю, что я в этом ничего не понимаю. Но у меня есть спины, за которые я могу спрятаться. Я эту весну общался не просто с элитой, а с самой-самой элитой. С людьми, выше которых я не знаю ни в Америке, ни в Австралии, нигде. Все, кого я знаю, великие эти самые, в подметки не будут годиться тем, о которых я вам сейчас хочу два слова сказать. Это Хольцер. Не это, а вот то. Хольцер. Зепп Хольцер – аграрій-революціонер з Австрії. Один з основоположників перманентного сільського господарства – пермакультури. Головний принцип цієї системи – співпраця з природою. Пермакультура спрямована на створення самостійної замкненої системи виробництва сільськогосподарської продукції. При цьому використовуються і традиційні методи, і сучасна наука і техніка. Кожний елемент системи виконує декілька функцій. З часом фізичні зусилля і додаткові витрати перестають бути необхідними. Зепп Хольцер видає книжки, подорожує світом і ділиться досвідом на семінарах. Я за ним в мае этого месяца 15 дней ездил по всем проектам Украины. Один со всей Украины. Многие на одном проекте, на двух побывали. А я ездил на всех пяти. Чего я ездил? Да за ним ходишь, ну как курица за свиньей. Свинья роет, вырывает корешки, клубеньки, а курицы остаются, коконы, червячки и прочее. Вот того я ходил, как курица за свиньей. Пусть Зепп на меня не обижается, что я его назвал свиньей. Себя-то я курицей назвал в это время. Так вот, о том, как ходишь за Хольцером, образно очень сказал Курдюмов. Курдюмов сказал так. Мы с ним 3 дня ходили за Хольцером в Херсоне, в Херсонской степи. Вот, он сказал, непрерывное озарение. Непрерывное. На каждом шагу глаза все шире. И вот такие становятся. Вот. Этот Хольцер, ну, потрясает. Он потрясает не тем, что он делает в Альпах. Не тем, что он там, а тем, как он смотрит, как он заставляет все работать на себя. Простой пример. У него свиньи. Во-первых, чистят его участок от улиток. Они, как французы, любят устриц. И закусывают этими самыми моллюсками. Свиньи, у него участок чистый. А я вас уверяю, что там есть чем поживиться свиньям. Потому что когда я первый раз еще был у Хольцера, и ворота еще у ворот стоял, то на землю у дороги страшно было смотреть. На квадратном метре было штук 50. Да вот таких, как 3 пальца толщиной, а рога такие, как у оленя. Вот такие улитки там у него. Он ими не занимается. Этим занимаются у него свиньи.
А дальше куры пасутся у него в горах, где полно лис, где летают коршуны. Ну, это их дело. Пусть летают и пусть лисы ходят. Кура не дура, она ходит между ног у свиньи. Свинья вырывает себе корешки и клубеньки, а курица прямо из-под передних ног выклевывает все остальное. И они привязаны друг к другу. И все. Свинья у него полит площадь. Вот на этой площади он надумал посеять что-то, а здесь тупырей там или там что-то такое. Не нравится ему. Сорняки вдруг не понравились. Он тоже к сорнякам, как и я, относится либерально. Ну, нехорошо я сказал. Я, как и он, отношусь к сорнякам либерально. Так вот, но ему вот хочется на этом участке от сорняков избавиться. Так он вместо того, чтобы кормить свинью в корыте, ей сыпнуть туда ковшик и на миску кукурузы, он это рассыпал по этой комнате. Ковшик кукурузы. Запустил свиней. Они пришли, видят кукурузину. Она же должна проверить, откуда она выросла. Проверяет. Участок завтра чистенький. Часть корней она съела, часть усохла. К вечеру участок уже будто вообще ничего не было. Черная пахота. Берет Хольцер семена, он так сеет, как мой батя сеял, вот так. Вот. Это так сейчас редко кто. Да никто не умеет, я думаю. Посеял семена, и снова пришло время кормить свиней. И снова он сыплет ковшик кукурузы, не в корыто, а сюда. Свиньи еще раз проходят участок, семена прикрыты. Вот у него так. Вы понимаете, почему Курдюмов говорил непрерывное озарение? Он иначе смотрит на жизнь, он иначе все смотрит. Он мобилизует связи, существующие в природе, и заставляет их работать на себя. У него действительно мозоли есть, но в голове. А на руках он может без мозолей обойтись. То, о чем я вам рассказывал перед этим, это и продукт, который оговаривался с Хольцером. Например, я вам сейчас скажу, какие внес Хольцер просто поправки в мои предложения. Мы с ним обсуждали его высокие грядки. А высокие грядки Хольцер делает так. Он роет экскаватором канаву метра полтора глубиной. В эту канаву складывает все коряги, пни, стволы, всю такую органику, вот такую. Все складывает, потом возвращает дерн назад, потом сыплет компост. У него скот есть, он компостом засыпает. Потом возвращает землю. И у него получается грядка полутораметровой высоты. Теперь эта грядка на 10, 20, 30 лет плодородна. Понимаете? Коряга будет лежать и разлагаться 30 лет. 30 лет, все в порядке. Она у него плодородная. Он на этой грядке сеет, что только не сеет. Там будет 60 видов растений. Он делает лес на этой грядке, и все. Мне очень было, жалко, что у нас не те условия. Хольцер грядками отводил воду и приводил тепло. А мне что надо делать? Отводить тепло и приводить воду. Я Хольцеру излагаю, вот я так рассказываю. У меня грядка значительно мельче, потому что мне ее поднимать нельзя. Я делаю мельче ее, у меня нет таких альпийских коряг, вот. У меня ветки обрезные от сада, там малины и прочее есть, вот. Я делаю мелкое все, невысокое, а для полива
вставляю на органику, прежде чем засыпал землей, отрезки трубы. На грядку отрезки трубы поставил, и в эти отрезки поливаю снизу на ту органику, и она гниет, и капилляры поднимают вверх, и поливы, и разложение растений, и удобрения. Это все сразу. И эмочки туда могу сыпать, понятно? И бакашики, и все, что угодно. Вот. Вот делаю так. А говорю, если труб нет, то взял бутылку, отрезал дно, срезал это. И голову ну, поставил, и все. Он говорит, подожди, а зачем ты это срезаешь? Ты это не срезал, а наоборот, завинти пробку. И проколи дыры. Это предложение Хольцера. Понимаете? Это я, то есть я не просто хизуюсь, что я вот сижу рядом с Хольцером, понимаете? А я показываю, что мы с Хольцером вместе и работали. А этот случай смешной, не могу о нем не рассказать. А 3 года назад, когда мы приехали первый раз к Хольцеру, подарили ему набор плоскорезов. Он их поставил у стены. Некогда, мы 2 дня он нами занимается, они у стены стоят. Вот я на один из походов туда не пошел. Вот, остался внизу. Проходит фрау Урони. Я говорю, фрау Урони, вы знаете, что это такое? Нет. Это, говорю, фокенфлатшник. А что это такое? Пойдемте на грядку. Пошли на грядку. Говорю ей, вот только не будьте русской бабой. Говорю, будьте сразу европейкой. Не возьмите его в руки так. Потому что как только вы так хоть один раз его взяли, вы можете смело идти отнимать деньги назад в этом клубе. Вы получите тяпку. Вот. В этой позиции. А как тяпка, сама тяпка, лучшая тяпка, чем плоскорез. Я понятно сказал? Плоскорез слабее тяпки, потому что в плоскорезе вы рычагом работаете, а в тяпке по центру. Понятно? Усилие по центру. И тяпка становится орудием более мощным. Тяпка как тяпка, лучше плоскореза. Вы не возьмите так, а вот сразу вот вы вот поставили его и положите руку к сердцу и промахнитесь. Не на сердце, а вот так. Возьмите так, тогда вы будете человеком. Тогда вы оцените, что вы держите в руках. Теперь, когда вы так держите, уже вы дзуськи не присядете, понятно? Уже вы автоматически работаете стоя, вот, и стоя этим плоскорезом косите. Вам нужно чуть глубже, поверните, плоская ручка, чуть повернули, чуть глубже. Вам нужно мельче, отвернули. Вам нужно совсем мелко. Сделайте так, вы будете по поверхности скользить. Вы им работаете, но работаете как косой. И вот смотрите, скорость, следите, она туда. Я говорю, фрау Врони, не туда смотрите, а сюда. Красота вся тут. Тут видно, что человек наслаждается работой, а не там. Вот это она посмотрела и заключила, что о! Это инструмент для меня. А теперь анекдот. Через 3 года приезжает Хольцер, берет в руки плоскорез и рассказывает нам, моими словами, какой это хороший инструмент. Вот. Он рассказывает, говорит о том, что он проехал, ну, что Хольцер, от Таиланда до Колумбии, Ну, весь мир, я не знаю страны сейчас, где бы он не был. Если он уже в Украине был, 4 раза приезжал, уже в Украине только. Где только не был уже он.
и говорит, нигде в мире ничего подобного не было. Это инструмент просто уровня такого, знаете, вот всемирного уровня. Это золотой инструмент. И чтобы не подумали, что он ля-ля-ля, он показал, что вот на его альпийской грядке работать плоскорезом только и можно. Что без плоскореза на этой грядке делать нечего. Понимаете, вот такой смешной случай. Но я о нем с удовольствием рассказываю. Я на этом имел еще некоторые бонусы. Когда приехал повторно в Альпы, открывала фрау Вроне ворота, открыла ворота, группа стоит большая там прочее. Она прямиком ко мне обнимала меня, целовала своего учителя. А вся группа шалела, слушай, что тут творится, почему это так, тут бубликов выделяют. Потому что это бублик, да, потому и выделили. Вот, то что, вот это я вам рассказал про это чудо, да. Вот, это действительно вещь совершенно непередаваемая, но честно скажу, что я работаю двумя плоскорезами, не только таким классическим, но еще и тяпку подогнул ручку вот так, понятно? Вот так, подогнул ручку, и тяпка, и когда на длинной ручке, и тяпка вот в этом положении лежит на земле. И в случае, если трава такая суровая, если мне нужно срубить перец, то перец я не срежу плоскорезом. Отдаете себе что? Сухой перец. А тяпочкой, которая подогнута, там усилие по центру, повторяю, я запросто могу. У меня тяпка тоже плоскорез, но это инструмент, конечно, незаменимый. В хозяйстві річ дуже нужна. Не менш корисним для Бориса Андрійовича стало і спілкування з Семеном Свиридовичем Антонцем. За словами землероба і письменника, знайомство з ним також велика честь. Семен Свиридович Антонець – заслужений працівник сільського господарства України, прибічник органічного землеробства. Одним з перших в Україні почав вирощувати культури без застосування мінеральних добрив та виробляти екологічно чисті продукти харчування. Нині в його господарстві близько 9 тисяч гектарів. Герой соціалістичного труда, Герой України. І теж я тут показую не те, що мене обнімає дважды герой. Что меня обнимает Антонец, который, будучи мальчиком, заметил, что дедушка и бабушка, когда дедушка и бабушка посеют в огороде пшеницу, рожь, то в это лето вымерзнет пшеница или рожь. В эту зиму вымерзнет, в ту зиму вымокнет, в ту зиму выпреет, а на дорожке хоть бы хны. Он пацанчиком это заметил. То на дорожке хоть бы хны. И когда в 29 лет стал председателем колхоза, решил уже, ну, получил власть какую-то, землю, решил попробовать. Попробовал и стал последним героем соцтруда в СССР и шестым героем Украины. На этом деле. Сначала он был исповедовал отказ от пахоты, а бесплужная обработка, безотвальная обработка. Сначала это, потом он вырос, так скажем, так немножко стыдно об Антонце говорить вырос, куда еще можно расти. Вырос, понял прелести сидерации, и даже о нем можно, например, сейчас такую статью прочитать. Сидерация – основа відновлення грунтів в агроценозах АТП, агроэкология. Вот так, я тут понятно вам сказал. Такую статью можно прочитать. Сейчас он уже не только обработкой почвы, но уже и выращиванием на ней стал знаменит. А в 69-м году или в 64-м полностью покончил с пахотой
в 79 году покончил с химией. Совсем уже 40 лет, его земля не знает химии. И вот в этом году осенью был такой случай. Я спустился с дороги на поле, подготовленное к севу. Ненастный день, дождь идет, уже снег первый вот выпадает. Я набираю землю в руки, а она, ну вот представьте себе, коричневая, с травиночками, с листочками, вот такая вот вся и коричневая. И сыплю с ладони на ладонь, а ладонь не пачкается. Дождь идет, а земля ладонь не пачкает. В ней нет грязи, в ней нет пыли, она структурная. Вы поняли, что такое не пачкает ладонь? Она структурная вся. А стоит один и подзуживает меня, а вы понюхайте. Я понюхал эту землю, а она хлебом горячим пахнет. Земля пахла горячим хлебом. И вот такая земля у него уже с 79 года, уже больше 30 лет. И я очень горжусь тем, что приложил, как монах Пафнутий, руку к тому, чтобы клубы органического земледелия задружили с Антонцом. И сейчас клубы органического земледелия ведут баснословно интересную акцию. Они у него закупают зерно, крупу, макаронные изделия, понимаете, и реализуют в клубах органического земледелия. Ну, кто пробовал печь хлеб из муки его, тот говорит, это слышно, что это другой хлеб. Ну, не далее, как сегодня я ел оладьи из такой муки. Я не буду говорить, кто их мне сделал, но это были оладьи. Я сегодня оценил, я землю нюхал раньше, а сегодня оценил оладьи. Некоторые клубы даже так делают. Они у него берут гречиху, гречку. Разницу знаете? Гречиха – это то, что можно сеять, а гречка – это то, что уже надо есть. Вот. Гречиху, гречку, пшеницу. И имея сейчас мельницы, может, видели вы такие коричневые кубики? Вот. Имея мельницы, они даже делают такую услугу – мелют. Вот приходит человек, мне 2 килограмма антонцовой пшеницы. Ну, смелите, они мелят. Продают сразу муку. Это я показываю, что те слова, что я вам говорю, можно воспринимать не как мои, а как слова, которые пропущены через вот таких вот. Если кто мне посмел бы сейчас сказать, что есть похлеще Антонца земледелец, нету. У него 8 тысяч гектаров таких. У него 8 тысяч гектаров. Где-то в Австралии можно найти 1,5 гектара. Где-то в Западной Германии сотни гектаров можно найти. Но чтобы 8 тысяч гектаров таких, от которых пахнет горячим хлебом, вы таких не найдете. Очень жаль, что клубы органического земледелия не могут продавать его молоко и мясо. Очень жаль. Ну, такие скоропортящие продукты. Сыр, сметану, ряженку его. Понимаете, что они этого не могут. Когда мы приехали на ферму к нему, то стояли мои попутчики у скирды сенажа и ели сенаж. С наслаждением ели сенаж. У него сенаж съедобен, прямо минуя молоко. Не надо кормить корову, а потом есть молоко. Можно сразу есть сенаж. Вот у него вот такая сказка. Вы знаете, я о его молоке и мясе
говорю не зря, потому что, ну, хоть достаточно черствый циник, но мне довелось в течение одной недели видеть два вида коров. Одни коровы были на полях экоферм Белгородской области, на ферме чистенько. На том тротуаре, где спят коровы, ни лепешечки, ни капельки, чистые белые тротуары. Все хорошо, а у коровы глаза коровьи. Знаете, что такое коровьи глаза? У коров глаза коровьи. От чего? Они привязаны. Вот привязана она весь день. Она сыта, она все. Ну, про Америку не зря говорят, это сытый концлагерь. Я увидел на примере коров, что такое сытый концлагерь. Коровы сытые, но глаза у них коровьи. И вот я в течение той же недели оказался на ферме у Антонца. Все похоже. Ферма устроена очень похожим образом. Только корова вальяжна, идет к подружке, почесалась шея в ней, пошла дальше, пришла, у нее кубло, я слово кубло употребил, понятно? У нее кубло из соломы есть отдельное, легла в кубло, полежала, вот. И у них другие глаза. Вот на корову смотришь, а у нее в глазах чертики. Видно, что ей жизнь нравится. И вот от таких коров он получает соответствующее молоко, соответствующее мясо. С наступной программы дізнайтесь про таке. Это Олег Владимирович Тарханов, башкирский ученый, директор Института переработки органики. Вот, этот человек поставил проблему плодородия вообще с ног на голову, точнее говоря, вернул с головы на ноги. По его представлениям, плодородие – это не сумма характеристик почвы, это процесс, который можно организовать на почве.